Добрый день. Сегодня на ремонте телевизор Panasonic. Данный телевизор принесли с проблемой не включается. Моделька 3X R37LX86K. Как видим, нет никакой реакции на кнопку включения. Индикатор питания не светится. Тут, как видим, у нас имеются следы воды. В общем, история такая. Данный телевизор привезли с района, со слов клиента, соседи сверху затопили. То есть при проверке системы отопления соседей не было дома. В этот момент прорвало трубу, и вся вода полилась на телевизор. Данный телевизор сдавали на экспертизу. Врать, конечно, я не буду, как сказали мне, так и говорю. Стоимость этой экспертизы обошлась в 18 тысяч рублей. Ну, было заключение экспертизы, что данный телевизор ремонту не подлежит, что неисправны абсолютно все платы. В общем, сейчас вскроем телевизор и посмотрим, что же с ним у нас происходит. Итак, возможно, вы заметили, но шнур питания сети у нас не подключен. Сейчас его подключу. Итак, подключил я сетевой шнур. Подключаем телевизор в сеть 220. Слышим, у нас щелкают релюшки. Сейчас посмотрим, что у нас с изображением. Индикатор питания, как видите, загорелся. Также появилось изображение. В общем, данный телевизор скорее жив, чем мертв. Подключил антенну. Картинка также имеется, но звука нет. А нет, потому что также отключен шлейф, идущий на аудиоусилитель. Здесь отдельная плата для аудиоусилителя. Сейчас его подключу на место. Итак. Включаю телевизор. Хочу заметить, что мадемуазель этим утром, после того, как я позвонил в дверь и назвал себя, долго мне не открывала. Как видим, звук имеется. Похоже, сладко спала, так как встретила меня в одном пеньюаре. А вам что за дело? Когда я задал ей вопрос, знает ли она Билла Ларнера, она заметно помедлила с ответом. Точно. Также на материнской плате имеются следы потеков. Сейчас необходимо будет снять защитный экран и посмотреть, что под ним. Ну, как мы видим, небольшая
Ржавчина на металле имеется. Все это необходимо будет почистить. Ничего серьезного нету. Сейчас очищу следы коррозии в местах крепления защитного экрана. И буду собирать телевизор. Итак, телевизор полностью собран. Телевизор был абсолютно исправен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.